Всем привет! Представляю вашему вниманию лот футбольной карточки «Локомотив Чита». В состав входит книжка «Футбол 91», «Футбол 93», «Футбол 90», «Футбол Чита 70». Здесь у нас имеется такая вот распечатка. Так, футбол сезона 89 года. Так, далее кубок ПФА. Что это у нас? 7-13 ноября 2008 года. Российская футбольная премьер-лига. Футбол 2008 года. Так вот, имеется у нас тут такой альбом. Здесь у нас различные карточки. Восемьдесят восьмой год. Ну, я просто буду листать, как бы, смотрите. 89-й, 90-й, 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 86-й, 95-й. 94-й. Девяносто шестой. Так вот имеется у нас тут. 97-й год. 87-й год. 99-й. 2002, 2003, 2003, тоже получается цветные книжки есть, 2007 год, 2006. Ну и там 2008 год. Также у нас есть вот футбол 74 год. 74 год. Здесь у нас 74, 74. 74-й, вот, Локомотив Чита и остальные футбольные команды. Первенство СССР среди команд второй лиги. 85-й год, 85-й. Вот это у нас 76-й год. 76-й. Еще один альбомчик. Так, здесь у нас 27 мая 62 года. 66 год. 69. 69. 70. 71, 73, 73, 72. Ну, также как в качестве бонуса
журнал «Чита спортивная». Вот, вот. Про футбол и не только. Вот очень много номеров. Смотрели. Так что вот. Вот и все. Вот информация по данному лоту доступна в интернет. Смотрите в описании. Спасибо за просмотр.